Когда-то мы были маленькими детьми и получали наслаждение от разных небольших таких игр. А потом мы выросли, и, соответственно, этому мы начали получать наслаждение от больших вещей, от более сложных. И так мы продвигались. Также мы проходим такой же процесс и в духовном, когда мы начинаем раскрывать, какое желание получать, какое желание отдавать есть в нас, кто нас притягивает, куда, с какой силой. И когда мы начинаем терять все больше и больше наслаждения в нашей материальной жизни, это знак того, что мы продвигаемся в духовном. Это хороший знак. И то, что все человечество сопротивляется этому, что мы бежим к психологам, к разным врачам, получить какое-то успокоительное лекарство или лекарство от отчаяния. На самом деле, главное — это не получить какую-то таблетку от отчаяния, а мы должны осознать, для чего, почему мы отчаиваемся, почему мы чувствуем это нашу жизнь более пустой, что так должно быть согласно, в соответствии с целью творения. Потому что постепенно, когда мы растем, так же, как мы растем в материальном мире, когда мы оставляем детские игры и занимаемся все более серьезными вещами, также и в духовном у нас нет выбора. Мы должны осознать, что это такой процесс, и только тогда, когда мы приходим к наполнению более существенным, более важным, только тогда у нас есть способность, возможность продвигаться в жизни.